ССРские ребята, создатели одного из пабликов, сегодня торжественно похоронили метро. Ну как торжественно? Поставили вот такой знак. В Красноярске приступают к консервации последней ветки метро на улице Высотная. Этой весной рабочие начнут консервировать еще одну станцию метро на ЖД вокзале. Главное пустить первую линию, потом все будет гораздо проще и быстрее. Пятый ствол или станция революции консервируется. До 2014 года ведь работы здесь пока не ведутся. У метростроицев есть три выхода. Первый – получить деньги и достроить метро. Второе – получить деньги и заморозить стройку. И третье – затопить уже построенные ветки. Власти предлагают заложить вот на этом самом месте первый в Красноярске подземный торговый комплекс, подобный Манежной площади в Москве. Уже два года край не выделяет на строительство метро ни копейки. В настоящее время работы приостановлены, но, конечно же, в ближайшее время они вновь начнутся, потому что иначе просто жизнь остановится. В первую очередь, первая линия, строительство которой должно закончиться через 10 лет, будет иметь протяженность 8 километров 220 метров. Мне даже страшно представить, что будет твориться в нашем городе в день пуска первой его линии. Когда-то в детстве я мечтала поехать в Москву и покататься на метро. Теперь это кажется смешным. Тем более, что моим детям уже наверняка не придется мечтать и так далеко ездить, чтобы увидеть эту необычную железную дорогу под землей.